Сегодня мы добираемся на водопад Киринди. Мы добрались автобусом до города Пемадула. Оттуда пересели на автобус до... Неважно. И вот мы нашли спуск к водопаду. Такая лестничка. Пойдем вниз. Так, вот мы шли по этой дорожке. Дошли сначала до смотровой площадки. Ну как тебе? Красиво. Он такой высокий. Как нити, да? Да. Красивенько. Угу. Ну что, попытаемся пойти вниз. Подножие водопада. Вот такая дорожка есть. Сейчас попробуем. Да? Да. Ну, вперед. Нам не привыкать. Спуск к водопаду очень высокий получается. Большая часть пути ступеньки. Но они вертикальные абсолютно. Градусов, наверное, 80 уклона. Идем как альпинисты. Где-то шумит водопад. Ну вот так вот и идем. Уже ближе к спуску. Идет спуск такой. Да. Колючие лианы. Поручней уже нет. Но очень красиво. Экзотичный спуск. Но пока хоть пиявок нету. Это радует. Да, Лен? Да. Спускаться нормально. Да. Вот. Ну, посмотрим, какой будет подъем. Ага. Колючие лианы. Ну вот мы и добрались вниз к водопаду. Да, тут есть мини-водопадики всякие. А вот он и сам. Сейчас попробуем пройти дальше. Ближе к водопаду. Да, посмотрим там картинку. Подход к водопаду получается вот по таким камушкам, булыжникам. Вот самое интересное место получается здесь под деревцом. Да, Лена? Ты добралась? Все, мы добрались к самому интересному доступному месту в этом водопаде. Булыганы, конечно, здесь такие, ух, монолиты. И вот водопад. Воды, конечно, немного. Ну, сейчас и дождей немного. Классно. Везде водичка такая стекает, стен. Мини-водопадики. Рыбы не видать. Хотя вот там в озерке что-то плещется. В заливчике. Вот нашли оттуда. Красиво, да? Красиво, да. И ни одного человека. Туристы бывают здесь редко. Киринди Элла. Мы спустились чуть ниже с камней. Вот там мы были возле дерева. Вот водопад. Хочу показать, какая прозрачная вода здесь. Как слеза. Там даже рыбки маленькие есть.
Красиво, супер. Отличное место. Однозначно рекомендуется к посещению. На подъеме вверх обратно мы увидели тоже небольшой водопадик. Ну как небольшой, он высокий. Он такой ручей. Представляю, когда сезон дождей, он здесь тоже льет крепко. Он стекает между камней. Вот так уходит туда лестница. Да? Все, путь вверх. Вертикалочка. Ну иди. Ну и вот так вот дальше дорога. Все.